Женщины центра и юга Украины требуют отправить в отставку министров здравоохранения и соцполитики за провальные реформы и решение пересчитать субсидии, из-за которых более 70% людей лишились права на госпомощь. Такое решение приняли на форуме «Женщины за мир» в Павлограде. На него съехались более 1500 участниц. Они также требуют усилить защиту материнства в Украине, увеличить детские выплаты, размер помощи при рождении ребенка, вернуть льготы матерям, а также защитить и поддержать детей, пострадавших от боевых действий. Все требования женщины изложили в резолюции, которую передадут президенту, премьеру и спикеру парламента. Нам 4 года говорят, нет денег. Мы 4 года понимаем, что идет война. Мы понимаем, что нам нужна армия, способная защитить нашу страну. Но мы же также понимаем, что баланс между человеческой безопасностью и оборонной безопасностью, он должен быть соблюден.